Блин, ребята, эта штука реально ездит и едет очень быстро. Разрезанный кусок мяса. Кажется, это первый старый Мерседес, который я увидел. Реально, в несколько слоев тут такая колбаса. Наклеивают. Потрясающее ощущение, когда идешь по взлетной полосе. Каких-то 10 лет назад всего здесь летали самолеты. Друзья, всем привет, с вами снова Миша Кирсанов. Продолжается мое путешествие 5 стран за 100 евро. И моя третья страна, это Германия, город Берлин. Только что прилетел компанией Ryanair из Риги, как вы все помните, наверное. Стоило мне это 26 евро, плюс 8 евро пришлось отдать за услугу Priority, чтобы провести вот этот большой рюкзак. Соответственно, 34 евро стоимость перелета. Сейчас я пойду на станцию электрички и поеду в город. Система транспорта Берлина разделена на части. Это A, B, C по удаленности от центра. Сейчас я в зоне C. Здесь вот аэропорт Шёнефельд. То есть, чтобы купить билет, мне нужно покупать билет, который включает проезд по трем зонам. Смотрите, какая тут очередь на кассе. Я попробую сейчас купить билет в приложении BVG, который я заранее скачал. Вот такое приложение. Мне нужен сингл-трип-тикет на три зоны. То есть, я выбираю зону Берлин ABC и регуляр тариф. 3,40 он стоит. Сейчас куплю и поеду. Из-за того, что меня подвел интернет, мне пришлось проехать свою станцию. Я просто не знал, что это она. Затупил, короче. Теперь поеду на трамвае обратно где-то 4 остановки. Благо, мой билет позволяет кататься еще час. Может быть, еще куда-нибудь в интересное место даже по пути заеду. Так что не отчаивайтесь никогда, если вдруг что-то идет не по плану. Может быть, это, наоборот, хорошая идея, чтобы развернуть путешествие как-то по-другому. Берлин, конечно, это чума. Больше всего мне напоминает Москву. Тут ты вышел и сразу попал в водоворот. Просто огромные кучи народу снуют. Вот, ничего не понятно. Ну, с Google картами и интернетом в наше время можно найти дорогу куда угодно, чем я, собственно, и занимаюсь. Я где-то полтора часа в Берлине и могу сказать, что Берлин офигенный, он яркий такой, андерграундный, уличный, повсюду граффити какие-то, афиши, народ тусуется, в общем, очень круто, и мой трип будет в формате андерграунд, то есть я вам покажу всякие интересные граффити, интересные парки, в общем, все такое, что, наверное, обычные туристы, как правило, приезжающие в Берлин, не посещают. А я посещу. Вот мое жилище на сегодня, Pfefferbed Hostel, с очень высокими оценками на всех сайтах по аренде жилья. Стоило мне все это дело за две ночи 2300 рублей с копейками. В хостеле хорошая позитивная атмосфера и шикарный холл, где даже есть настоящий камин, у которого все сидят по вечерам. Все аккуратно и чисто, но тесные комнаты с двухъярусными кроватями. Я как раз попал на выходные, поэтому было довольно шумно, и я спал в берушах. В целом нормальный вариант за эти деньги, особенно если поедете в будни и будет поменьше народа. В общем, не усидел я в хостеле, решил отправиться гулять, пока погодка еще позволяет снимать. В общем, есть такая тема, это лаймбайки. Это электровелосипед, то есть крутишь педали, он тебе как-то помогает, видимо. И в интернете я нашел промокод на 3 бесплатных поездки на таком велосипеде. Сейчас вот попробую арендовать и покататься. В теории штука очень крутая, еще и бесплатная вообще, must have. В общем, работает это так, не знаю, видно экран или нет, но тут вот поездка и написано, что нужно отсканировать QR-код. Ну вот я подношу. Так, написано разблокировка. Ошибка при разблокировке. Написано, что этот, типа, не работает этот лесопед. Пойдем к другому. Тут еще один есть. Их тут на самом деле очень много раскидано. Так что я думаю, что попытать удачу можно. Лесопед что-то радостно пропел. У меня написано Your first e-bike ride. Ну это и правда. Это я первый раз на электровелосипеде. Congrats, you have unlocked. Все дела. Так. Время 0.17, расстояние 4 метра, оставшееся расстояние 85 километров. То есть 85 километров можно отмотать. Ну, поехали еще. Блин, ребята, эта штука реально ездит и едет очень быстро. То есть, когда ты делаешь педалями один прокрут, как будто ты делаешь, не знаю, 3 или 4, как будто сзади прям тебя подталкивает, газует. Очень классная вещь, просто пушка, обязательно арендуйте. Это лучший велошеринг, который я когда-либо видел, и самый ленивый. В общем, в приложении было написано 3 free unlocks. Вот, непонятно, это разблокировка бесплатная или вообще бесплатная. Ну, то есть, в теории ты можешь его разблокировать и хоть укататься потом. Бесконечно практически его использовать. То есть, непонятно, сейчас мы...
В общем, надо понять, насколько далеко я смогу зайти и куда уехать бесплатно. Может, это вообще не бесплатно, просто я такой парень лихой очень, я не читаю никогда правила, а сразу использую. Если есть что-то можно взять, надо это брать, а потом разберемся. Так, чуть не сбила меня машина, ничего, нормально, едем дальше. Я, кстати, не сразу заметил, оказывается, тут есть универсальная держалка для телефона. То есть ты сел, поставил телефон, тут у тебя навигатор и едешь куда хочешь. Блин, удовольствию моему восторгу нет предела. Разрезанный кусок мяса, который символизирует, видимо, разрезанный Берлин пополам на ГДР и ФРГ, потому что находится это все как раз у мемориала Берлинской стены. Вот эти вот колья и символизируют ту самую стену, которая здесь стояла. Решил отдаться на волю случая. Телефон у меня почти разрядился. Я положил его в рюкзак, он сзади у меня там заряжается от пауэрбанка. А я еду, куда глаза глядят. И, кстати, глаза глядят у меня на телебашню. Вот, поэтому у меня есть ясный ориентир. И я, в принципе, буду держаться в ту сторону. А куда приеду, там посмотрим. Наверняка что-нибудь интересное будет. Обратите внимание, что в Берлине все велодвижение осуществляется по велодорожкам с разметкой, с светофорами и так далее. Поэтому, если вы вдруг будете нарушать, то, блин, осторожнее это делайте, потому что я сейчас только что чуть не встрял, повернув не туда. В общем, надо быть осторожней. Просто кайф раскатывать так по Берлину. Сейчас уже такие закатные цвета, как говорят фотографы, золотой час. Вот, и я еду, смотрю на все эти блики солнца, отражающиеся в стеклах машин, в зданиях домов. И мне просто клево, я просто улыбаюсь, потому что это потрясающе. За моей спиной здание Hauptbahnhof, это железнодорожный вокзал Берлина. То есть отсюда поезда идут во все концы Европы. Блин, реально, просто буря эмоций. Мне люди некоторые говорят в комментариях, типа, Миша, как ты путешествуешь? Это какой-то бред, типа, галопом по Европам, слишком быстро, не успеваешь ничего посмотреть. Ну, ребята, это просто нереальный кайф. Я сегодня с утра ел шведский стол в Риге, а сейчас я уже накатываю на электробайке по Берлину. Как можно оставаться равнодушным от этого в таком путешествии? Тут у тебя нет времени закиснуть, ты просто выпадаешь в водоворот и смотришь, куда тебя вынесет. Я даже забыл покушать, хотя реально последний раз я кушал утром. Принял я решение оставить мой лаймбайк, дальше передвигаться пешком. Короче, чтобы заблокировать, написано, надо потянуть рычаг для блокировки велосипеда. Убираем. Оп. Так, все, рычаг заблокировался. Музыка вроде никакая не играла. Сейчас посмотрим, что получилось. Заходим в приложение. 10 евро с меня взяли. Вот так вот, ребята, всегда читайте правила. Ну, блин, 10 евро, реально, оно того стоило. Вот кто ничего не говори, я тут восхищался тем, что это бесплатно. Но даже 10 евро это стоило. Я сколько, получается, целый час тут накатывал. Это было круто. Я не удержался и зашел внутрь этого огромного здания Hauptbahnhof. Конечно, потрясает своими масштабами. Тут на нескольких уровнях пересадочные узлы. Сверху городская электричка, S-Bahn. Снизу U-Bahn, это метро. Плюс еще там, естественно, поезда. И помимо всего прочего, это еще и торговый центр. То есть здесь и Макдональдс, и Медиамаркт, и что только нету. Декатлон. В общем, потрясающее сооружение. Сейчас буду тут гулять, смотреть, что как. Короче, нашел тут на фудкорте такую историю. Это набираешь основу, рис, мясо и всякое такое с овощами. И я так понял, что можно за 7 евро собрать себе вот такую историю. И, в принципе, нормально покушать достаточно здорово. Сейчас попробую. В общем, по итогу вышла вот эта вот чаша еды за 8,90, то есть за 9 евро. Короче, сегодня затратный день, но ничего, гуляем, много впечатлений. Завтра буду уже готовить дома и буду чуть-чуть экономить. Очень хочу есть. Все, буду есть.
Я проснулся, покушал за 1,5 евро бутер и кофе в хостеле, и сейчас пойду снимать всякий прикольный стрит-арт. Хотя его уже снимаю, случайно получилось, что тут уже вдоль забора иду. Поехали. У меня порой возникает такое ощущение, что когда ты находишься в Берлине, у тебя глаз не может не выцепить граффити. То есть ты смотришь просто по сторонам, и всегда будет абсолютно какое-то граффити. Причем, что характерно и что самое интересное, граффити в основном хорошего качества. То есть это прям мекка для любителей стрит-арта, таких как я. Страны у нас разные, отношение к блогерам примерно одинаковое. Я сейчас стою, снимаю подсъемку на перекрестке, и все идут на меня, смотрят, как на какого-то вообще человека с другой планеты. Типа, что ты тут делаешь? Базаришь с камерой, как идиот. Очень, очень смешно это. Пока стою на остановке, расскажу вам, какие бывают билеты в Берлине. Шорт-трип, это вот стоит 70 евро, это в пределах 6 остановок, да, действует. Сингл-тикет, как я вчера ехал из аэропорта, он по зонам АБ, БЦ и вот АБЦ, 3,40 я вчера заплатил. И есть еще дневной билет, он не такой удобный, как хотелось бы, то есть он действует не сутки, а до 3 часов ночи следующего дня. То есть, например, сейчас я могу его купить утром, весь день он у меня действует и ночью закончится. А может получиться так, что я куплю, например, вечером, и он окажется бестолковым. Плюс еще вот эти вот шорт-трип и сингл-тикет можно покупать пачкой по 4 билета. Вот 4 билета таких стоят 5,60, и 4 билета таких стоят, соответственно, 9 евро. Это может оказаться выгоднее, чем дневной билет, если ездить недалеко и ненадолго. Как и в Петербурге, и в Москве, в берлинском метро есть бесплатный Wi-Fi, так что если заблудитесь, не переживайте, можно забраться и без мобильной связи. То есть подключаемся к бесплатному Wi-Fi, заходим в Google карты и смотрим маршрут. Я прибыл в район станции метро Франкфуртер Тор, и здесь очень много как раз искусства, поэтому сейчас буду гулять по району и просто показывать вам самые выдающиеся работы. Пришел в культурное пространство Row Area, и оно напоминает мне вот отели Скиви и прочие арт-кварталы, которые существуют в городах после того, как отдается какая-то старая промзона под реновацию и всяким молодым креативным ребятам. Тут куча клубов, кафешек, всяких выставок, есть даже блошиный рынок, говорят, летом, но сейчас ничего нету, тут так достаточно безлюдно, но походить, посмотреть вполне себе. Боюсь соврать, но мне кажется, это первый старый Мерседес, который я увидел в Берлине. Казалось бы, здесь их должно быть вообще полно. Но, видимо, власти топят за реновацию, утилизацию, вот это все. Но он прям бодренький. Не знаю, что это за модель. Большое подобие барахолки, видимо, что-то тут начинается, к вечеру будет вообще разгар. И вижу, тут продают всякие кислотные шмотки. Мне напомнил этот фильм, «Новые пацаны Турбо». Кто смотрел, лайкните, потому что, ну, это реально прям оттуда шмот. «Новые пацаны Турбо». Помимо всего прочего, Берлин же еще и одна из музыкальных столиц в Европе. Тут постоянно проходят какие-то рейвы, фестивали. То есть не одним артом, естественно, славен Берлин. Поэтому здесь просто чудовищное количество афиш повсюду. Я думаю, что так же, как и с граффити, власти просто устали бороться и забили на это. Потому что это тоже вносит свой колорит в вид города. То есть представить себе Берлин, в котором не будет вот этих вот афиш повсюду, наверное, сложно. Тут даже мусорка стоит, и даже мусорку всего заклеили афишами.
Реально, в несколько слоев тут такая колбаса. Наклеивают. Никто их не сдирает. Она такая, как боксерская груша. Можно побить ее. Возможно, вам будет интересно посмотреть, как выглядит среднестатистический двор неподалеку от центра Берлина. Ну, в принципе, ничего особенного. Только могу сказать, что много велосипедов. Они повсюду просто. Ну и такая вот беседочка для жильцов дома есть. Это очень хорошо. И что характерно, никто ее не оккупирует. Выглядит все достаточно прилично. У нас, если что-то такое ставят во дворе, обычно там только алкаши и трутся целыми днями. Вот здесь все достаточно так красивенько. Смотрю, что-то знакомое. Это Сапсан. Ну, точнее, тот же поезд, что и Сапсан. То место, куда я, наверное, стремился больше всех в Берлине, это аэропорт Темпельхоф, точнее, бывший аэропорт. Представляете, с начала века здесь был аэропорт, один из центральных, один из самых загруженных в Берлине. Но потом, после войны, по разным причинам, он стал потихоньку утихать, построили новые аэропорты, и он оказался, в конце концов, не нужен. Принято было решение его закрыть. Власти это огромное поле, оставшееся от аэропорта, хотели отдать под застройку ушлым девелоперам, но жители города вышли на референдум и постановили неожиданное решение. Нам нужен газон. Огромный газон, парк в центре города со взлетными полосами, со всем этим. Мы с удовольствием будем здесь жарить шашлыки, кататься на велосипедах и все такое. Поэтому оставьте нам парк. Сколько государство не пыталось все это дело отобрать, жители стояли на своем, и до сих пор здесь парк, где очень много народу сейчас катается на роликах, на велосипедах, просто бегает. В общем, потрясающее место. И так как это аэропорт, сам Бог велел тут полетать. Потрясающее ощущение, когда идешь по взлетной полосе, каких-то 10 лет назад всего здесь летали самолеты огромные, а сегодня здесь ходят люди, и можно просто кататься на велосипеде и приятно проводить время. Это у меня в голове просто не укладывается, и аналогов этому месту, насколько я знаю, нет во всем мире. Я иду прям вот по бетонным плитам, из которых обычно делается поле аэропорта. И они прям еще в таком хорошем состоянии. Я думаю, что при желании здесь можно запускать самолеты хоть сейчас. А вот знак, это номер рулежной дорожки. Жалко, что сама табличка не уцелела с номерами, но зато лампы уцелели. Сейчас поищу, может быть, целую найду. Кстати, вспомнил, перед тем, как уезжать, я подавал заявку на авиаспотинг в Пулково. Она должна была состояться прямо накануне, 19 февраля. Ну, скорее всего, состоялась, просто меня туда не позвали, потому что поздно я слишком подал заявку или еще по какой-то причине. Но я попал на авиаспотинг тут. Блин, ребята, для фаната авиации это просто очень крутое место. Ну, когда еще в жизни тебе удастся походить по настоящему аэродрому, который вот-вот, да и вот. Еще это место с потрясающей просто энергетикой. Здесь все улыбаются, все угорают. Кто-то, вон сейчас девушку свою учил кататься на велосипеде. Старики катаются тоже на велосипедах. Кто-то кайт пробует, кто-то пришел гриль пожарить. Это просто, ну, невообразимое. Если когда-нибудь кто-нибудь додумается в России что-то организовать, подобное будет очень круто. Yeah.
Я продолжаю свой путь и направляюсь сейчас в аэропорт Берлин-Тегель. Чтобы туда доехать, мне нужно купить билет по зоне АБ, так как он входит в зону Б. И билет стоит 2,80 евро, то есть дешевле, чем из аэропорта Шонефельд. Также я стал говорить про деньги. Вчера вечером я купил в магазине хлеб, колбаски нарезку и такой творожный сыр с зеленью. Всего этого мне хватило как раз на ужин и на завтрак, и обошлось это все в 4 евро. Еще представляете, прямо в автобусе можно подзарядить от USB любое устройство. Что-то нанотехнологии какие-то. На этом серия про Берлин заканчивается. Я бегу, у меня начинается посадка через полчаса, я немножко опаздываю. Надеюсь, смог показать Берлин вам таким, что вам он понравился, потому что мне он действительно очень понравился, и хочется сюда еще не раз вернуться. Надеюсь, вы не забыли подписаться на канал, поставить лайк, и, конечно, жду ваше мнение по видео, как у меня получается описывать мое путешествие 5 стран за 100 евро. Все, всем пока, с вами был Миша Кирсанов.